1 200 000 000 евро на борьбу с последствиями эпидемии COVID-19. Европейский Союз предоставит Украине небывалую по своим размерам финансовую помощь, чтобы поддержать экономику страны в период карантина. Первый транш Украина получит, как только Европарламент и Совет ЕС проголосуют за оказание финансовой поддержки. Как заявил президент Владимир Зеленский, помощь Евросоюза даст возможность потратить больше бюджетных средств на нужды пенсионеров, малообеспеченных семей и украинцев, потерявших работу в період карантина. Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді. Ранее, напомню, Евросоюз пообещал Украине 190 миллионов евро на поддержку украинской системы здравоохранения и малого бизнеса, еще 13 миллионов евро ЕС предоставил на оказание помощи жителям Донбасса. Окончание карантина отложили еще на 3 недели, до 11 мая. Это решение приняли на сегодняшнем заседании Кабинета министров. Все потому, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине еще впереди. Резкий скачок числа зараженных, по прогнозам врачей, ожидается в начале мая. До 11 мая правительство должно обеспечить медиков необходимой защитой, увеличить количество тестов на COVID-19 и ужесточить электронный контроль самоизоляции с помощью приложения ДИЯ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, о смягчении карантина можно будет говорить лишь в случае снижения заболеваемости. Если все будет хорошо и эпидемиологическая ситуация будет сприяти, то 11 травня мы сможем говорить про открытие парков, скверов, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об'єктів побутових послуг, можливо, інші пом'якшувальні заходи, які також будуть анонсовані залежно від розвитку ситуації в перших числах травня. Новый антирекорд. Количество зараженных коронавирусом украинцев уже превысило 6,5 тысяч. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 467 человек. 13 пациентов умерли и 57 выздоровели. Лидируют по количеству инфицированных по-прежнему Черновицкая область. Здесь уже больше 1000 выявленных случаев. На втором месте столица. За минувшие сутки вирус подтвердили еще у сотни киевлян. О рекордно высоком числе заболевших сообщил и градоначальник Днепра Борис Филатов. Вместо привычных 1-2 накануне выявили сразу 20 случаев. Первую сотню заболевших зафиксировали и в Николаевской области. До 11 апреля здесь не было ни одного случая COVID-19. Чтобы поддержать врачей скорой помощи во время эпидемии, в Минздраве решили повысить им зарплату на 300%. Згідно рішенням, які вже прийняті на рівні законів, в нас фінансування, в тому числі бригад екстреної швидкої допомоги, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу COVID-19, буде відбуватися за підвищеними розцінками, до яких входить в тому числі і підвищена заробітна плата до 300%. 101 мільйон гривень потратив Київ на закупку лікарств, необходимых для помощи больным с COVID-19. Об этом сообщил столичный градоначальник Виталий Кличко. По его словам, речь идет о 17 наименованиях. Это и антибиотики, и противовирусные препараты. Их уже доставляют в опорные больницы. Кроме того, Виталий Кличко отметил, что в течение месяца коммунальные аптеки Киева получат 1 000 000 защитных масок. Столиця продовжує допомагати малозахищеним киянам. Єдиний координаційний центр КМДА вже зібрав та передав в райони майже 27 300 наборів першої необхідності. Понад 25 тисяч з них вже доставили людям, що потребують допомоги. Уже 19 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Донецкой области. Лабораторный анализ подтвердил наличие вируса у жительницы Мариуполя. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Почти 400 жителей области, ранее вернувшиеся из-за границы, находятся под присмотром медиков. В Луганской области 23 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели трое. На неподконтрольной Киеву территории Донецкой области продезинфицировали улицы и здания, где побывали зараженные коронавирусом люди. Речь идет о больницах, магазинах, частных домах и даже автобусных станциях. Отмечу, что самопровозглашенные власти неподконтрольной Донецкой области сообщают о 36 случаях COVID-19, в то время как в командовании ООС не единожды заявляли о сокрытии реальной статистики заболевших на территории ОРДЛО.
А вот жителям неподконтрольной Киеву территории Луганской области самопровозглашенные власти запретили приближаться к российской границе ближе, чем на 5 километров. Находиться в приграничной зоне разрешат лишь тем, кто там прописан или работает. Остальным придется получать специальное разрешение. Не более 4700 гривен. На такую сумму могут рассчитывать украинцы, которые вынуждены были уйти в отпуск за свой счет из-за эпидемии COVID-19. Согласно решению Кабмина, помощь безработным будет выплачиваться в течение всего карантина еще 30 дней после его окончания. Кроме того, с сегодняшнего дня государство станет контролировать цены на средства защиты от коронавируса, дезинфекторы, а также социально значимые продукты – гречку, сахар, молоко, хлеб и муку. Уряд готовий компенсувати витрати на заробітну плату. Виплати, які будуть пропонуватися по такому так званому тимчасовому безробіттю, вони будуть на період карантину і протягом 30 днів після його завершення. За отримання допомоги малі і середні роботодавці можуть звертатися до центрів зайнятості для того, щоб отримати таку виплату. І розмір виплати встановлений як 2/3 тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. 25 миллионов гривен для пострадавших от лесных пожаров в Житомирской области. Обещанную компенсацию от Кабмина получат люди, потерявшие в огне свои дома. Лишь спустя неделю спасателям удалось локализовать все 4 очага возгорания в Житомирской области. Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Гораздо сложнее ситуация в зоне отчуждения. Пожарные не могут добраться к самому сложному участку возгорания из-за густых зарослей в лесу. Ситуація на сьогоднішній день з пожежами в зоні відчуження Житомирської області поступово покращується. За даними наземної розвідки та супутникового моніторингу, на ранок осередки відкритого вогню не фіксувалося. Через велику захаращеність лісових масивів не дозволяється, такі обставини не дозволяють оперативно доставатися наземним силам, тому інтенсивно зараз там на цій ділянці використовується інженерна техніка Державної служби з надзвичайної ситуації та Збройних сил України. Государство в смартфоне. Україна стала первой страной в мире, разработавшей цифровые паспорта. В режиме онлайн президент Владимир Зеленский презентовал ID-карты и заграничные биометрические паспорта. Теперь цифровые документы официально смогут заменить бумажные. Воспользоваться ими можно при помощи приложения «Дия» на своем смартфоне и только внутри страны. Державі в смартфоні бути, і ми це бачимо. Я вірю, що Україна може стати і обов'язково стане дійсно сучасним цифровим лідером у світі. Ми повинні бути в цьому напрямку, принаймні в цьому напрямку першими. Большая стройка в Запорожье. В городе возобновили строительство моста через Днепр. Тендер от областной службы автодорог выиграла турецкая фирма. Специалисты компании проверили ранее возведенные конструкции. Несмотря на возраст, они оказались пригодными для продолжения работ. Мы сегодня с вами присутні на одном из найважливіших инфраструктурных объектов нашей страны, который входит до переліку національної програми «Велике будівництво». Ми знаємо, що ДАБІ 10 квітня надало дозвіл на будівництво. Сьогоднішній день іде і підготовча робота, і вже само будівництво почалося. За 16 років будівництва встановили лише кілька конструкцій на різних берегах Дніпра. Зараз роботи перейшли в активну фазу. Длина будущей магистрали должна составить более 9 километров. Стоимость проекта больше 11 миллиардов гривен. Знайшли кошти на спочатку, на завершення, на коригування проекту. Пройшли експертизу, провели тендер. Зараз знайшли фінансування на початок робіт, на там всі наступні етапи. Контрактні умови 4 роки, термін будівництва. Але наголошую ще раз, що за умови там нормального фінансування планового ми говоримо там разом наш такий робочий термін – це 2 роки. К концу 2020-го планують з'єднати остров Хортиця з Хортицьким районом міста.
Закрыть кладбище до 3 мая и перенести поминальные дни на июнь. Так решили власти Херсонской области, дабы не допустить распространения коронавируса. На зустрічі з єпископами православних церков було обговорено можливість того, щоб поминальні дні перенести на червень місяць, для того, щоб не було великого скупчення людей, для того, щоб люди не наражали себе на небезпеку. Этому примеру последовали и в Донецкой области. Запрет на посещение кладбищ поминальные дни ввели, чтобы избежать роста заболеваемости на COVID-19. И звертаюсь до всех, чтобы на кладовища эти дни не ходили. Можно будет відвідати не в дни массовых, а и піти в понеділок, и в вівторок. В Луганской области кладбища на поминальные дни не закрывают. Люди по одному приходят привести в порядок могилы близких. Как с семьей договоримся? Ну, хотя думаю, раз этот раз были, то уже не придем. Не положила конфеты, печенье дома. Правила соблюдения карантина в области будут контролировать 1500 сотрудников полиции. До мест похований будут наближені патрульні наряды, пеші та автопатрулі. Ми будемо забезпечити правопорядок, не допускати скоєння протиправних дій. Жительниця Дніпра Валентина на могилу отца спеціально приїхала заранее, щоб і мусор убрати, і збіжати скоплення людей на вихідні. Треба залишатися зараз вдома, щоб не створювати для себе проблеми і для людей. Тому я от прийшла спеціально серед тижня, уберу і все. От спеціально оставила вже пасочку, якби хтось візьме, поміне мого папу. Кладбище в Одеській області теж оставлять відкритими на поминальні дні, но запретять торговлю на входах і трапези у могил. Более 2,5 миллионов людей в мире инфицированы COVID-19. Выздоровели 706 тысяч. Умерли в 4 раза меньше. Больше всего смертей в США, Италии, Испании, Франции и Великобритании. В Испании четвертый день подряд фиксируют снижение количества погибших. Всего с начала пандемии в стране заболело больше 208 тысяч жителей. Это наибольший показатель в Европе и второй в мире. Папа Римский призвал все страны мира к защите планеты. На общей аудиенции, транслируемой из библиотеки Апостольского дворца Ватикана, понтифик посвятил свою молитву 50-му Всемирному дню Земли. Этот день является благоприятной возможностью с новыми силами охватить наш общий дом любовью. Из-за эгоизма мы не справились со своей задачей хранителей Земли. Планета подвергается загрязнению и разграблению. Под угрозой сама наша жизнь. В Индии воздух очистился настолько, что жители северного штата Пенджаб впервые за 30 лет увидели горный хребет Гималаев. На расстоянии были 100 километров. Это необычные времена. Заводы закрыты, строительство не ведется. А поскольку мы не путешествуем, на дороге нет транспортных средств. Естественно, из-за этого уровень загрязнения значительно сократился. Пандемия коронавируса стала хорошей новостью для большей части дикой природы мира. Из-за того, что люди остаются дома и меньше путешествуют, животных можно увидеть в непривычных местах.